Дорогие друзья, нет более долгожданного праздника, чем Новый год. Не надо обижаться на 2014 год. Он принес нам не только трудности и переживания, но и подарил нам череду значимых свершений и надежд. Провожая этот год, мне хочется высказать признательность вам, мои соотечественники, за все то, что мы сделали вместе. Я сердечно благодарю всех граждан страны за доверие, которое вы мне оказали, и за то, что вы меня полюбили. Молдова – многонациональная страна. Бок о бок в ней живут молдаване, русские, украинцы, гагаузы, болгары, румыны. И рад, что у нас получилось объединить все общество, и мы должны и дальше работать в этом направлении. Ведь это существенно укрепит нашу страну и сделает наше общество более здоровым, а значит счастливым. Уходящий год еще раз укрепил нашу идею в правильности выбранного пути. Даже те, кто издевались над нами, поверили и в душе нас уважают и понимают, что только наша модель управления страной может спасти Молдову. Я уверен в том, что мы сделали все верно, порой шли на ощупь, интуитивно и исходили из главного, что жить нужно своим умом, во имя интересов народа. Вспомните, нас запрещали, критиковали, нами пугали. Но мы получили главное – любовь сотен тысяч граждан страны, для которых мы являемся надеждой, для многих последней. Мы больше всех критиковали власть, но больше старались помогать людям. Наша главная задача – изменить жизнь всех граждан страны, вне зависимости от их политических взглядов. Мы должны показать всему миру, что граждане Молдовы могут жить и работать, а Молдова стать государством, которое в состоянии прокормить своих граждан. Следующий год будет трудным, но молдавскому народу не привыкать преодолевать трудности. Мы не скатимся в пропасть, мы будем строить новую Молдову. Дорогие соотечественники, мы вступаем в Новый год с большими планами. У нас есть огромный духовный и созидательный потенциал, и мы будем с настойчивостью продвигать и реализовывать намеченное. У нас просто нет другого пути. Мы не должны допускать развал и хаос, в котором страна находится уже более 20 лет. Нельзя забывать, что все зависит от нас самих. Ведь сильных испытания делают сильнее, а слабых губят. Мы не только справимся с существующими проблемами, но и станем более закаленными и уверенными в себе. Я хочу поблагодарить всех наших активистов и их семьи за их огромный труд, который шаг за шагом приближает нас к победе. Мне очень больно от того, что некоторые из них стали политзаключенными и находятся не в кругу своей семьи в эту новогоднюю ночь. Но многие легендарные личности прошли через это, и наши товарищи выйдут из этого с высоко поднятой головой, потому что они патриоты нашей страны, и точно сидеть там они не должны. Мы обязательно будем участвовать в местных выборах. И обязательно выиграем выборы в Кишиневе, Бельцах и многих других городах и селах Молдовы. В этот вечер, когда мы открыто смотрим друг другу в глаза, думается об обычном человеческом счастье. Его формула проста – достойно жить, любить и быть любимыми, ощущать тепло в кругу своей семьи, видеть здоровыми и успешными своих близких. Пусть в новом году у вас все это сбудется, пусть уйдут огорчения и невзгоды, а сердце наполнится верой и оптимизмом. Желаю, чтобы в ваших домах всегда царило согласие и был достаток, чтобы звучал детский смех и светили счастьем глаза женщин. Пусть сбудутся надежды и самые смелые мечты. Здоровья, счастья и удачи, дорогие друзья. С Новым годом! Ламул цань, ваюбеск, алой трудевой, тот тимпул Рената Усатый. Путерея надевар. Ламул цань, сетраис.